Моя бабушка предупреждала меня с детства, что в первый раз надо быть осторожной. Выбери мужчину нежного и чуткого. Тогда у меня появится чувство, что я лечу к звездам. Именно с таким мужчиной я полечу. Тараку! Она рассчитала оптимальное расположение звезд для нашей первой ночи, моей и Тимелька. Это произойдет 11 июля. Через 4 года! С годами, пока мы ждали, труба стала дырявой, и вода почти не доходила. Хитростями мужчины избегали ремонта трубы. Это в наших руках, понимаете? Давайте поставать! Нет воды, нет секса. Женщины сразу почувствовали, какой силой они обладают.